Кроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Кеш жарык ханымдар мен мырзалар, баршаңызды махабат жаңғырғы Павлодар атты бірінші Ашык ән фестивалінің гала концертінде көруге қуаныштымыз. Друзья, мы с удовольствием приглашаем вас отправиться в прекрасный мир творчества выдающейся певицы Анны Герман вместе с нами. С моей очаровательной соведущей, солисткой полонинного ансамбля «Сирены» Ольгой Глазачевой. И специально приехавшим из Нур-Султана, директором казахстанского фестиваля песни Анны Герман «Эхо любви» Ринатом Дусумовым. А оценить мастерство наших участников нам помогут жюри. Позвольте представить. Почетный гость фестиваля, генеральный консул Республики Польша в Нур-Султане Юстина Дуда. Заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области Айнур Сарсенбаева. Известный казахстанский и российский деятель культуры, председатель Павлодарского славянского культурного центра Татьяна Кузина. Член правления Павлодарского областного общества поляков Полония, ведущий преподаватель фортепиано Павлодарского музыкального колледжа, воспитавший несколько поколений лауреатов международных конкурсов и мама казахстанской Анны Герман, вашей землячки Светланы Немолочиновой, Тамара Кочнева. Нашу концертную программу открывает семейный дуэт Антона и Елены Ясинских. Из Акибастуза, долгие годы выступающих вместе на больших и малых сценах региона. Музыка Евгения Птичкина, слова Роберта Рождественского. Легендарное эхо любви. Мы.
Николая Добронравова. «Нежность» исполняет Наталья Жамлиханова, Павлодарское областное общество поляков «Полония». Представь себе, такое вдруг случается, чего поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки прилетают.
туманная». Исполняет солистка народного казачьего ансамбля «Иртышские казаки» Светлана Ященкова. Ищу в лесу тропиночку заветную одну. Слова да все запиночкой, как камушки ко дну. Ах, реченька туманная, перекати волну. А то любовь обманную, а то любовь обманную я не переживу. Известный роман «Гори, гори, моя звезда», написанный Петром Булоховым на слова Владимира Чуевского, Анна Герман посвятила своему отцу Ойгену Герману. На сцене лауреат первого казахстанского фестиваля песни Анны Герман «Эхо любви» Зинаида Крицкая, город Павлодар. Минувших дней ты будешь ей
прощаешь ты в путь любой, даже в неизвестность выйдешь со мной. Лишь бы быть на месте, выйдешь со мной. Лишь бы быть на месте. Слабость мне прощаешь, ты в путь любой, даже в неизвестность выйдешь со мной, чтобы быть на месте, выйдешь со мной, лишь бы быть на месте, лишь бы быть на месте, лишь бы быть на месте.
Летали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за дальний солнце свет. И бойцу на дальнем пограничье, ах, Катюше, передай привет. И бойцу на дальнем пограничье, ах, Катюше, передай привет. Анна Герман пела ее на разных языках, и сегодня она прозвучит на итальянском, польском и русском в исполнении Валентиной Фрышко из Усть-Каменогорска. Восточно-казахстанское, польское – это культурное объединение. Я дивились сторони, все за старое.
рощах обессины, сладких трелей соловьиных. Ярко ночь благоухает, звезды светятся вокруг, но ты едешь, забывая, ну что?
люблю тебя. Ну что тебе, любовь моя? Город Павлодар. Нынче на неделе исполняет трио «Сирены» Павлодарское областное общество поляков «Полония». В начале нашего концерта прозвучала песня Кшиштофа Цвинера на слова Игоря Кохановского «Ты только ты». А сейчас мы хотели бы вам предложить еще одно прочтение этой композиции в исполнении другого поколения артистов. Вокальная группа «Бриз», Павлодарская школа номер 34.
фестивале. Душа нашего фестиваля, активист областного общества поляков Полония, пани Лариса Броненко, ваши аплодисменты. Член правления областного общества поляков Полония, Людмила Михальчик. Член правления областного общества поляков Полония, Юлия Лазовская. Заместитель председателя Корейского этнокультурного центра Раиса Афанасьева. Представляется пане Марине Ершовой. Буквально два слова, свое оправдание, пане Марине. Я хочу сказать, что, как говорится, не виноватая я. Это была не моя идея проведения у нас регионального фестиваля. Да, это был Ренат и наша активистка нашей Полонии Светлана Музыка. Но мы поддержали. И все так здорово получилось. Я очень благодарна всем, кто пришли сегодня и на конференцию, всем, кто пришли сегодня поддержать нас, членам жюри, и, конечно же, нашим артистам. Мы прям уже успели с вами Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну а теперь председатель Румыно-Молдавского культурного центра Александр, заместитель председателя. Значит, будете председателем. Румыно-Молдавского культурного центра Александра Мурзина. Итак, диплом лауреата под ваши бурные аплодисменты вручается вокальной группе «Гриз».
Александра, несколько слов. Добрый вечер всем. Огромное спасибо участникам. Большое спасибо организаторам. Ну, с хорошим почином наше польское общество вас. Мы всегда знаем, что всегда, когда вы беретесь за что-то, вы это делаете на отлично, на ура делаете. И сегодня у вас получилось великолепный фестиваль, великолепная организация, великолепные исполнители. Поздравляем от души вас. Мы переходим к номинациям. И первые три номинации у нас вручает мама казахстанская Анна Герман Светлана Молочкова. Тамара Ивановна Крощенко. Диплом лауреата, победителя номинации «Лучший дебют» награждается трио Задоренко, город Ебастуз. В номинациях получает специальный подарок посольства Республики Польша в Казахстане. Диплом лауреата и победителя в номинации «Надежда» Олеся Урбанович Герман, Энивастус. Лучший дуэт, по мнению наших жюри, становится дуэт Светланы Ещенковой и Николая Севастьянова. Вертюжский казаки! Тамара Ивановна, пожалуйста, несколько. Поздравляю всех участников, поздравляю лауреатов, поздравляю ваших родственников, друзей, всех, которые за нас болели. И, как говорят вокалисты, вечно вам случайно, все время пойте. Это и любовь, и хорошее настроение, и здоровье. Следующая номинация у нас вручает председатель Славянского культурного центра, известный казахстанский российский общественный деятель Татьяна Кузина. Диплом лауреата первого открытого песенного фестиваля «Эклит» и «Павлодар», победителя в номинации «Самое оригинальное исполнение» награждается Валентина Фрыжко, город Усть-Каменогорск. Творческое прочтение песни. Елена Крицкая, город Павлодар. Обратите внимание на роз. Анна Герман, Павлодарская. Победитель в номинации «Самый романтический образ» награждается дуэт Ясинских, Эдди Востокс. Особое спасибо всем исполнителям.
так как вы трогательно, трепетно, волнительно исполняли, это дорогого стоит. И поэтому давайте память, давайте петь, чтобы никогда не стареть, давайте благодарить посольство польское, которое так много сделало для того, чтобы у нас был первый, ну и, конечно, очаровательному ведущему наши аплодисменты. Но у нас страсти накаляются, да? На сцену приглашается генеральный консул посольства Республики Польша на Салтане. Подъезды нам туда. Которая вручит диплом лауреата первого открытого песенного фестиваля «Эхо Павлодар» победителю в номинации «Лучшее исполнение на польском языке». Пьёсы рады! Идем дальше, и сейчас я назову имя победителя в номинации «За верность традициям». Зинаида Крицкая. За верность традициям. Следующая номинация называется «Золотой голос». Ее обладателем становится Константин Танизов, город Павлодар. Номинация. Решение без вас мы не смогли бы принять. И нужно отметить, что решение жюри и решение наших дорогих зрителей, ну, практически 100% совпало. Приз зрительских симпатий. Асель Кулежанова! Фестиваля «Эхо любви Павлодар». И право представлять Павлодарскую область на третьем казахстанском фестивале песни Анны Герман «Эхо любви» в Нур-Султане. И вот эту вот замечательную статуэтку, символ нашего фестиваля «Эхо любви». Обратите внимание, мы говорили, да, сегодня с Ольгой о том, что Анну Герман называли белоснежным ангелом польской песни. Вот здесь как раз-таки статуэтка богини Победы, да, знаем все, что ее зовут Ника, а второе имя у Анны Герман была Виктория Победа. Так вот, эта статуэтка, диплом и право представлять Павлодар в столице на третьем казахстанском фестивале песни Анны Герман «Эхо любви» вручается
вокальная группа «Приз»! Спасибо вам!